Наверное, сегодняшний концерт я должен был бы начать со слов о том, что сегодня мы уже во второй раз чествуем одного из величайших британских композиторов, Ральфа Вона Уильямса, в честь его 150-летия. Это ответило бы, с одной стороны, такой очень российской гигантоманией любви к юбилеям, а с другой стороны, конечно, ответило бы тому духу и характеру, с которым ассоциируется у нас обычно Великобритания, британская музыка. За ним стоит гигантская, очень мощная хоровая традиция. Это огромные сельские провинциальные фестивали, которые проводятся иногда между даже разными городами и соборами, как это было на знаменитом фестивале трех соборов. Это огромные оратории Генделя, а через 200 лет после него Элгара. Это огромные симфонии самого Вона Уильямса. И сейчас, в дни юбилея, наверное, самое репертуарное и популярное сочинение, которое исполняется и в России, и в Великобритании, и за рубежом, это его первая морская симфония, длящаяся больше часа, с сопрано, баритоном, огромным хором и огромным оркестром. И эта великая и огромная империя все время напоминает нам о своем величии. Может быть, последним напоминанием была церемония похорон королевы Елизаветы. Наверное, самый грандиозный 9-часовой балет, который лично я видел в жизни, который показывали в прямом эфире. Бернард Шоу когда-то писал по этому поводу. В Англии музыка Генделя, наверное, на протяжении долгого времени главного английского композитора, я об этом еще скажу пару слов, музыка Генделя умерщвлена гигантоманией. Люди воображают, что 4000 певцов производят в 4000 раз более сильное впечатление, чем один певец. Будь я членом палаты общин, я внес бы законопроект, запрещающий как уголовное преступление исполнять оратории Генделя более чем 80 музыкантами, 47 хористами и 32 инструменталистами. Но сегодня перед нами скорее будет не Great Britain, а Little Britain, камерная, маленькая музыка, потому что кроме огромных хоровых сочинений, многие из которых были написаны как раз для любительских хоров и вот тех самых сельских провинциальных фестивалей, вот им мы сегодня противопоставим музыку камерную и музыку интимную. И сегодня у нас, конечно, на сцене будет не 4000 певцов, а только одна певица, Дарья Росицкая, один скрипач Владимир Данилевский и один пианист, он же автор программы, Михаил Петрович Мищенко. Композиторов, которых мы сегодня будем слушать, семеро. Как в кантате их младшего современника Прокофьева. Семеро их. Ральф Вон Уильямс, Йорк Боуэн, Сесил Армстронг Гибс, Герберт Хауэллс, Джон Айрланд, Питер Уорлок и Аверлд Брайан. Все они семеро героев одной эпохи. Я упомянул Генделя. Долгие годы считалось, что после Генделя английская музыка замерла. Ее как бы не было. Да и сам Гендель, он же, в общем, немец, но каким-то образом стал ассоциироваться именно с английской музыкальной культурой. А затем наступили то ли полтора, то ли два века молчания. В разных исследованиях эта цифра варьировалась. Но, во всяком случае, те композиторы, о которых мы говорим и которых мы слушаем сегодня, связаны с так называемым новым возрождением английской музыки. Все семеро попали на рубеж 19-20 столетия. Всем семерым предстояло, впитав плоть и дух викторианской культуры, пережить ее очень надолго. Всем им предстояло пережить две мировые войны и даже участвовать в первой из них. Пятеро из семерых представляют не просто одну и ту же британскую музыкальную традицию, но одну школу. Они все выпускники Королевского колледжа музыки, нынешней Королевской академии музыки. Они все, практически все, очень поздно дебютировали, очень поздно обрели признание. Ральф Вон Уильямс, главный герой сегодняшнего вечера, морскую симфонию написал, когда ему уже было за 30. Это была его первая симфония, которая принесла ему огромный успех. А после этого в 36 лет поехал учиться во Францию к Марису Равелю, которому было тогда 33 года. Все они, наконец, всемером, повторю, прожили Мафусаилов век. Вон Уильямсу было глубоко за 80, когда он написал свои последние симфонии. 7, 8, 9 и покинул этот мир. Аверлу Брайану было далеко за 90. И все они примерно после Второй мировой войны оказались за бортом так называемой актуальной или так называемой современной музыки. Они все оказались ни неактуальными, ни современными. И здесь еще один важный, мне кажется, пункт разговора. Английская музыка вот той самой эпохи, не первая, а второпроходцев эпохи нового английского возрождения, она, конечно, была связана с преодолением иноземного континентального влияния. Конечно же, в первую очередь, с влиянием немцев.
Брамса, Бетховена и, конечно же, Вагнера, главного отравителя музыкальных умов Европы конца 19 века. И все время, говоря об английской музыке и читая о ней, мы встретим разговоры о влиянии французов, импрессионистов Дебюсси и Равеля, о влиянии, безусловно, немцев, не ослабевающим, затем о влиянии Стравинского и Белопартака. И получается, что островная музыка, она все время находилась в некой несамостоятельности. Она все время была затемнена и задвинута в угол музыкой континентальной. Именно так потом произошло и после Второй мировой войны. Но вот сегодня мы оказываемся в ситуации, когда для нас, для российских, для петербургских слушателей, все семеро этих композиторов приходят как бы в норме. Они находятся вне нашей слушательской иерархии. Мы не знаем даже главную из этих персон, Пола Уильямса, его музыка очень мало исполняется в России сегодня. Леонид Аркадьевич Десятников однажды сказал, что временный мораторий на исполнение музыки Шопена и Моцарта вернул бы тому и другому некоторую свежесть восприятия. Я бы уточнил эту сентенцию. Если бы на время это может быть единственное положительное действие ограничительных и санкционных мер, если мы на время откажемся, добровольно откажемся от чего-то хорошо знакомого и известного, мы не просто через некоторое время вернемся к этому известному как в норе, но мы, может быть, сможем услышать то, чего не знали или не слышали раньше. Как если бы мы отключили уличное освещение для того, чтобы лучше увидеть звезды. Фонарь ближе, они крупнее, но звезд гораздо больше на них. Вот сегодня все семеро этих композиторов приходят к нам впервые, и мы вправе сами оценить, вне всяких иерархий, вне того, что был великий Вон Уильямс, а вокруг него были шесть композиторов поменьше. Как есть такая унизительная формулировка? Пушкин и поэты пушкинской пары. Но не знаю, можно ли называть всерьез Батюшкова поэтом пушкинской пары. Не является ли он все-таки самостоятельной единицей? Вот сегодня все это, как мне кажется, нам предстоит и понять, и оценить. Услышать, современно ли это или не современно, потому что в конце 20 века то, что считалось не модным и не актуальным, банальная музыка, то, что мы называем романтической или позднеромантической музыкой, снова вернулась и снова стала актуальной на мировой музыкальной сцене. Это дает нам некоторые бонусы, некоторую форму восприятия того, что мы услышим. Программа начнется как раз с цикла Ральфа Вон Уильямса, с двух частей из него, затем будут исполнены еще несколько. Этот цикл называется «Песни странствия» на слова Роберта Льюиса Стивенсона, того самого, который написал «Остров сокровищ» и «Историю Джекила и Хайда». Это один из первых вокальных циклов Вон Уильямса. Практически все сочинения, которые мы сегодня будем слушать, это сочинения ранее, вот еще до того, как к этим композиторам пришла большая островная, континентальная и даже американская известность. Песни странствий как будто предвещали будущие поездки самого Вон Уильямса. Одна из песен, которая сегодня прозвучит, под номером 2, она словно предвещает как раз поездку во Францию к Равелю. Одна из них под номером 5, наоборот, своими мучительными хроматизмами, словно попытка избавиться из удушающих пут Вагнера и вагнеризма и так далее. Но на этом я умолкаю и приглашаю на сцену Таню Росицкую и Михаила Мищенко.